У нее очень крутая история, на самом деле, очень, ну, много драматургии, прям пиздец. Особенно, что у нее единственный триггер – это алкоголь. Но есть прекрасные два пункта, которые нужно пройти на восьмом сезоне, чтобы получили золотую брошь. Объясняю. Первый. Вам нужно безумно нравиться креативному продюсеру. И второе, самое главное, не говорить ничего партнеру о своей симпатии креативного продюсера, то есть шеф-редактора этого проекта, что вы мне нравитесь. Все, бинго, у вас золотая медаль. Очень жалко человека, который не попал в финал, один раз оступившись. Знаете, в чем еще прикол? Мы с Светой, ну, у нас рядом города, короче, и ну, есть общие знакомые. Ее история полный бред, полнейший нахуй. Это во-первых. И сейчас чисто волна такая хейтеров понесется в плане того, что у Милы придуманная история. Я могу сесть на любой, сука, полиграф, подтвердить свою историю, свои все слова, которые я сейчас говорю и сказала выше, на этом канале. С какого хуя у нас креативный продюсер может забирать пацанку домой, а потом из нее делать финалистку? Сами посудите нахуй, насколько это все продажно. Что мне такого не предлагали? И у меня нет сейчас ситуации, что я рвалась до финала и так далее. Многие, кто там был, они знают, что с первой недели я орала о том, что я хочу домой, что это все хуета. А дальше вы еще увидите.